Художественный фотопроект «Сказки и легенды музея» заявлен на соискание премии губернатора. Наше Подмосковье не случайно. Сегодня интерес к истории и культуре довольно высок. Люди активно посещают музеи, чтобы познакомиться с разными историческими эпохами и периодами, в которых жили наши предки. Идея проекта возникла у художника-фотографа Яны Булаш. Совместно с сотрудниками и руководством музея-усадьбы Лазаревых Вафрянова она решила воплотить идею создания исторических образов в интерьерах усадьбы. Можно сказать, что идея этого проекта появилась спонтанно, но вот мы познакомились с замечательным фотохудожником, с Яной. Она приехала к нам в музей, посмотрела усадьбу, сказала, как здорово, вот это историческое наследие, оно живет, люди приходят, но хочется как-то вот показать его по-другому. Чтобы это была и не историческая реконструкция, и не современная фотосъемка, а что-то среднее. Попытка взглянуть на историю через призму современности, передать образ, вписав его в контекст той или иной эпохи, как любили, как жили, как чувствовали, о чем думали, и в чем сходство современных людей с историческими персонажами. Все это можно увидеть в фотоработах Яны Булаш. В основе все равно мы вдохновлялись какими-то реальными историческими рассказами, историческими фактами, но, конечно, не стремились вот воссоздать историю. И костюмы, которые мы брали, это тоже скорее стилизация, это некий такой намек на эпоху. Усадебная жизнь в 19-м, начале 20 века с ее героями и историями – вот темы работ Яны. И это не просто образы, но и традиции, уклад. В очередной съемочный день завершающие кадры выставки – это крестьянский быт, непременный атрибут при усадебной жизни. По словам фотографа, все это поможет будущему зрителю выставок примерно понять, как жили наши предки, представить себе эпоху и погрузиться в нее. Чтобы люди смотрели на эти работы и как бы детально рассматривали, чтобы им уже было интереснее узнавать про этот музей, чтобы взяли в руки книжку, какой-то исторический источник. Работы фотографа-художника Яны Булаш, выдвинутые на соискание премии губернатора нашей Подмосковья, вскоре будут представлены и на персональной выставке в Щелковском районе. Дата пока держится в секрете, но одно можно сказать точно – это будет настоящая сказка. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».